Ну что, дорогие друзья, рад приветствовать вас на нашем канале. Сегодня мы, Еркебулан, Артем, Султан, выехали на очередную рыбалочку. Сегодня мы на озере Казфиш. Хотим половить сегодня судака. Погода, в принципе, располагает. Единственное, после дождя здесь дороги размыло. Чуть-чуть сложновато было добраться сюда. Так что давайте сейчас соберем наши спиннинги, наживки. Также хотел бы показать свою обновку. Вот такой вот я приобрел спиннинг фирмы Alvega Strike. Длина 2,4 с граммом 10,35. Также хотелось бы сказать отдельно про поясную сумочку, в принципе, которая в настоящее время является необходимостью для удобства, чтобы руки всегда были свободны. Это вот такая сумочка. Вот в первом кармане здесь находится бокс с наживками. Здесь имеется стакан под спиннинг. И здесь маленький отсек для всякой мелочухи. Здесь вот, в принципе, замочки есть, если что положить. В принципе, сидит очень удобно, не очень тяжелая, не объемная. Модель и получается Aquatic PR3. Это, можно сказать, из своей линейки самая компактная. Остальные были намного больше сумочки. Поэтому давайте смотрите. Надеемся, сегодня мы поймаем судака, покажем вам поклевку, вываживание. Так что давайте. Ну а мы пошли готовиться. В общем, выдвинулись мы. Че, туда дальше, да, пойдем? Начался, в общем, мелкий дождик. Дождик, да, начался дождик, в общем. Ну, я думаю, это только к лучшему. Судак может быть активен. Все, ну? Руки свободные. Кстати, хотим также провести небольшой эксперимент, касающийся приложения «Прогноз клёва». Вот такое вот стандартное приложение. И посмотреть, насколько он соответствует действительности, да? Вот мы сейчас забили, получается, по геопозиции, где мы находимся. Показывает, что клёв из 5-3 рыбки. Рыба – судак. Давление атмосферное 759,8 миллиметров ртутного столба. Сейчас что у нас получается по времени? Так, вот показывает в 12 три рыбки, в 3, в 6. В общем, начиная с обеда до 6 вечера, получается, клев будет средний, либо, как здесь описывается, чуть выше среднего. Ну, посмотрим в итоге и как бы в конце подведем итог, скажем, насколько действительно это все соответствует. Что, давайте сейчас здесь закинемся. Здесь, по-моему, не совсем глубоко. По рыбке получается карамелька светлая с красными блесенками. Граммовка, джиголовка 16 грамм. Сейчас попробуем. Ну, действительно, после этот палки надо привыкать, конечно. По-моему, не слишком глубоко.
начался дождик. Вот. Ну, сегодня, походу, вот такая вся погода будет мерзкая. Ну, лететь хорошо. Хорошо летит. Сейчас примерно я закинул, ну, метров, наверное, 40. С учетом того, что всего лишь 16 грамм. Если 20 повесит, то он вообще, наверное, будет улетать. Данную палку я брал бюджетная. Это бюджетная линейка, получается. Стоимостью 16 тысяч тенге. Плюс со скидкой. Получилось она где-то около 15 стала. Брал я ее чисто для судака, жереха. На следующей неделе планируем, в принципе, поехать на Или. Там на течении, думаю, кастмастера кидать по грамм 25, наверное, 30, чтобы не уносило. Это что было? Зацеп. Течение. Вот так вот она играет. Ребята там что-то застряли или ушли. Катушка у меня старая была, Quick One, 3000-ная. Ну и если посмотреть, в принципе, укладка не очень идеальная. Под низ я намотал бекинг. Бекинг делал с лески, а коса не ушли вон. Дно заиленное, приманка тормозит. Протестируем. О, ё-мо! Нифига! А? Нифига! На пол озера, прикинь, улетел, и то это еще. В общем, проводка будет у нас два раза будем подкидывать приманку. Шнур, кстати, 0,16 обычный. Чего? Судак? Да? Ты его тащи, считай, ты когда будешь тащить, кеш, ты уже когда около берега, не расслабляйся, типа, быстро. До конца дотягивай, он около берега бывает бьет. Чем очень правильно говорит. Кидай. Давай, тер, ты кинь. Нормально летит. И то это, знаешь, сколько? 16 грамм я здесь навесил. 16 грамм плюс, ну, крючок с этим силиконом. 17 где-то. А здесь тест до 35. Ну, это много, блин. Надо маленький. 8-6 грамм. Ну, не, он лететь будет. Не, я согласен. Так, в общем...
Еркебуланов я сюда ушел. Иду на то же место. Прошлый раз, когда весной мы были, в прошлом году, насколько мы поняли, вот здесь именно. Здесь получается яма, свал. И Артем до меня здесь, получается, поймал два судака. Так что покидаем здесь. Здесь коряжник лежит. Чё там, братан? Зацепил? Чё, вытащил? Блин, я тебя не узнал, Тёмыч. Нифига, там еще что, пуговки есть? А? Пуговицы есть? А, ну это одноразовые они. Там были по 1500, короче, есть же. Слабоватый, да, для одного раза пойдет. Блин, до сих пор привыкнуть не могу к этой палке. Да, не знаю. После той своей старой. Это просто длиннее, да, как-то там. Размах. Та-то у меня 2.10 была на 30 сантиметров. Разница тоже. Сейчас поменяем наживку. Вот чем пояс удобен. Да? Такой вот бокс идет. Так, поставим, наверное, что-нибудь такое. Зелененькая есть у меня такая рыбка. Такая рыбка есть. Вот там яма, да, как раз? Так, что, она не упала еще, что ли? Вот только упала, прикинь? Как ты говоришь, если сегодня ничего не поймаем, завязываем с рыбалкой? Переходим на охоту. Ну посмотрим, Тёмыч. Я вот говорю, вот это три рыбки показывает, да? Посмотрим, насколько она соответствует. И можно ли верить этой программе? Здесь вот такой вот пирсик. Я говорю, пирс, говорю, который шатается. Куда кидаешь? Рыбки. Ага. А вот здесь ни одной рыбки. Почему? Из-за чего так себя? Не знаю. Ну, по
посмотрим, братан. Ну, ты мне скинул, там три рыбки тоже было, тоже братан. Было, да? Вот они, активность клёва. Нифига дерево повалило. Но мы когда приезжали, этого не было. Для рыб, для вообще карповой ловли, да? Да. Да вообще можно, блин, в этот, в шортах зашел туда, блин. А где там островок, да? Вот он, вот а, туда, да. Да, да. В общем, уже почти пол озера обошли. Там вон, ребята тоже вытащили одного нормального судочка. Так, насадку поменяли. Ну, в общем, ну, все. Отпусти, что ли? Да, вот одного взяли судочка. Что-то дождь конкретно начался. Будем собираться. Судак живой. Отпустим его. Давай, красавец. Плыви. Ушел. Так что, в принципе, прогноз клёва, можно сказать, что не соответствует действительности. Были такие пару поклёвок, но прям, чтобы конкретных не было. Так что будем собираться. Фух. Все, отпустил. Так что все, давайте всем. О, нифига себе, нормально вобла. Ну, хорошая вобла, да? Да зачем она мне? Чеверсал? Если бы 10 штук посолил бы, да? Да, да. Жалко, чтобы с утра их не ловили, они прячут, здоровые. Так что все, в общем, всем давайте. Кому понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, а мы поедем. Всем пока-пока.